Качество воды в Днестре ухудшилось после сильных ливней, которые прошли в Приднестровье. В реке специалисты обнаружили превышение показателей по патогенной микрофлоре. В связи с этим в Рыбнице приняли решение прекратить подачу воды населению из Днестровского поверхностного водозабора. По словам заведующего эпидемиологическим отделом Центра гигиены и эпидемиологии Ивана Синика, подачу ограничили, чтобы не допустить попадания в питьевую воду холероподобных вибрионов. Сейчас горожанам подается вода из двух артезианских скважин, которые соответствуют всем санитарным нормам. Кроме того, специалисты акцентируют внимание на том, что сейчас лучше воздержаться от купания в Днестре и озерах.